Небольшой обзор электросамокатов, которые есть у нас в шоуруме на Таганской. Электросамокат детский с сиденьем CD10S 150 Вт, нагрузка до 80 кг, подходит детям от 5 лет. Максимальная скорость 15 км в час. Электросамокат Urban Scooter без сиденья, стоит 17 500. Мотор 250 Вт, литиевый аккумулятор. Потом электросамокат Xiaomi, электросамокат Jack Hot, Kuga S2. У Kuga S2, в отличие от S3, нету подножки, чтобы облокотить его, надо вот так вот в парковочном режиме, в полусогнутом состоянии он держится. S3 удобнее тем, что у него есть подножка. У S3 более мощный аккумулятор заявлено, но по факту это S2 тоже очень хороший аккумулятор. Неделю можно кататься без подзарядки. Потом моделька детская 150 Вт, CD03 с сиденьем желтого цвета. Недорогая моделька, стоит около меньше 8 тысяч. Kuga S2 на данный момент 19,5 стоит. S3 примерно такая же цена, может там на 1000 подороже. Есть моделька Jack Hot в таком розовом цвете. Мощный фонарь светодиодный, стоит 12 500. Есть максимальная скорость около 25 км в час по факту, хотя в характеристиках до 30 написано, по факту 25. Аккумулятор 4,4 у Jack Hot. Есть такой же самокат в черном цвете. А его преимущество то, что он легкий. Далее такой мощный большой электросамокат Micar K2. Здесь уже грузоподъемность до 150 кг. Максимальная скорость 50 км в час. Литиевый аккумулятор. То ли 11, то ли 12 ампер в час. Схватит, я даже не представляю, насколько там. На неделю точно. Имеется дисплей. Надо подзарядить, кстати. Где-то, по-моему, сел. Ничего, он не сел. Он стоит сейчас на режиме блокировки. Имеется такой ключик к данному электросамокату, который его блокирует. Сигнализация. Имеется, например, если вы ставите на блокировку, кто-то его пытается укатить, он блокирует колеса и начинает очень-очень громко издавать звуковой сигнал. Имеется сиденье, подходит как для асфальта, так и для езды по пересеченной местности, благодаря тому, что у него широкие большие колеса и очень мощный мотор. Вот, цена такого самоката 33 тысячи. Это аналог электросамокатам со свинцовыми аккумуляторами мощностью 1000 Вт. Даже большие характеристики, чем у свинцовых самокатов. Такой самокат можно у нас тоже. Все самокаты можно купить на Таганской в магазине. Звоните, обращайтесь.